Итак, всем привет! Я вернулся с ответами на вопросы. Как обычно, рекомендую читать эту информацию. Ссылка на список вопросов, как обычно, в закрепленном комментарии. Вот. И следующий вопрос – это посмотреть все комменты. Короче, я думаю, всем... Все помнят видео с Unreal Engine, которое... Вот оно, работа Pixel Bridge. Сейчас я покажу. Кожный шаг. Вот это видео, которое я выкладывал 28 мая. По нему было очень много вопросов. Тут вот 128 комментариев. И большинство вопросов, понял, большинство комментариев связано с ошибкой из-за невнимательности. И я даже записывал видео первое, которое называется «Как избавиться от шахматной доски». Вот, я на него тоже ссылку в закрепленном комментарии оставлю. В первую очередь, прежде чем смотреть этот ответ, рекомендую его посмотреть. Вот. И недавно мне в комментарии написал Decolor и предложил решение, которое лично у него работает. Что я рекомендую многим посмотреть, то есть использовать его решение. Если у вас что-то не получается. Во-первых, много было вопросов по тому, как вернуть дефолт материал, который я показывал в этом видео. То есть сейчас Quixel много переделали, и в новых версиях там совсем все по-другому. Если вас интересует новый материал, то Decolor писал как раз, что вот я, кстати, поковырял новый материал от Quixel, и у меня все сработало. Я сделал все по такому же принципу, как и вы. Также ниже он написал, что если хотите, могу скинуть весь проект для изучения. Так что пишите ему здесь в комментарии. Под этим видео, естественно, можете проект взять, если у вас что-то снова не получается. Я, в свою очередь, уже не хочу смотреть все комментарии. Объяснил уже причину, почему. И мой интерес уже переключен на Brushify. Также многие задают вопрос, почему... Ну, не многие, там несколько человек спрашивали, как это урок для новичков. Действительно, да, для новичков, потому что... Это видео я записал после трех дней изучения данного материала. Так как я грумер, я и на Unreal глубоко не интересуюсь. Но есть темы, которые меня интересуют. И в том числе эта тема была для меня интересна. Я разобрался в ней за 3 дня и записал это видео. Вот. Так что я уверен 100%, что если я смог, грумер, который занимается волосами, то и другие смогут, кто действительно заинтересован в этой теме. Вот, конкретное решение шахматной доски, здесь Decolor написал его. Вы можете его прочитать, я сейчас его озвучу. Что первая проблема — это то, что Pixel перелопатили есть дефолт материал, я сейчас это уже говорил. И теперь он выглядит совсем по-другому. Материал, как у автора, в ролике можно взять здесь. То есть открываем эту ссылку, я ее закреплю в комментарии. Ее просто вот передней кнопкой мыши открываем. Получится такой материал. Blueprint, рендер. А здесь можно нажать Ctrl-C. Или просто вот скопировать этот текст. Ctrl-A, Ctrl-C. А затем просто создаем, как и написал автор. Вот он написал все здесь. После в движке создаете функцию и вставляете ее потом туда. Потом просто вставляете, потом просто все посмотрите то, что я показывал в этом видео. Сейчас я покажу момент вставки, то есть, чтобы у вас точно получилось, не было проблем. Смотрите, опять же, внимательно, потому что я реально сделал вывод, что многие смотрят невнимательно это видео. Вот. Запускаем Unreal, то есть, скопировали этот момент, выделили Ctrl-A, Ctrl-C и запускаем Unreal. А там, где вы создавали функцию, можете потом с нее все скопировать, там, повторить все по видео. То есть, также... Создаем функцию. Открываем окно. И просто нажимаем. Ой. И здесь просто отдаляемся. Нажимаем Ctrl-V. У вас в итоге вот это все будет. И можно будет подключить уже дальше, как я показывал в материале. То есть вот полноценный материал от Quixel, который... Предыдущий, который я как раз показывал в этом видео. То есть, а потом уже все повторяем, как здесь.
создаем и так далее, и у вас получится вот такие вот моменты. Это все видео я уже рассказывал в том, под которым комментарий. И как утверждает автор, далее повторяем. Все, да? Но проблема шахматки у многих возникала. Я уже записывал видеоответ, как он сказал. Но решение, как мне кажется, дал неверно. Ну, то есть здесь вот Деколор пишет, чтобы решить эту проблему, нужно просто не подключать ноду Clamp из Vect и XLD к ноде LERP в группе Displacement. То есть, как вы помните, в моей функции, и у меня это все работает, а у меня, то есть тайлинг я создавал, да, и здесь есть Distance Blend Parameters, там есть Clamp, да, из этой ветки XLDES, вот он идет, вот эта ветка. Автор комментария, кстати, я тоже не подписал, если обратить внимание. Clamp, у меня он не подключен. Distance Blend Displacement, я не знаю, откуда это взяли, возможно, я это в видео говорил, но у меня подключено все только к другим мапам. Вот видите, да, не идет здесь соединение Displacement. Поэтому, может, я это исправил потом после видео, но я уже не уверен, я честно не помню. Ну вот такое вот решение. То есть я рекомендую еще внимательно почитать этот комментарий. Также тот, что он писал ниже. Вот. В принципе, все решаемо. И не будет у вас никаких проблем уже 100%. Вот. А вообще я рекомендую переходить на Bushfy, потому что это более современный метод. Я о нем тоже вот узнал недавно и начал записывать видео. То есть пока мне тема интересна, я записываю. Я уже это 100 раз объяснял. Вот. Там более интересные решения моментов. Также по Megascans покажу. И думаю, тоже все получится. Главное внимательно смотреть. Вот. Также можете почитать мой комментарий, который я писал за то, что... То есть, как вообще я создавал этот урок. И с чем столкнулся сам. Вот. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.